Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас будет расход топлива. Сколько УАЗик проедет на литре? Маленькая бутылочка у меня там пол-литра. Сейчас мы две бутылки зальем и посмотрим, сколько проедем. Вот у нас получилось вот столько. Ну, вроде бутылка литровая. Вроде бутылка пол-литра. Вот написано 0,5. Фасовка 0,5 литра. Стекло. Ну что, подсоединяем все и поехали. Ну что, УАЗик я грел, он теплый, бензин остатки выработал. И налил две пол-литровых, по-моему, пол-литровые они. Сейчас закроем гараж и поедем. Что в карбюраторе у нас пусто, сейчас накачаем. Сейчас 11 километров.
сейчас повешаем. Ну что, продолжим. Всё, обсох. Обсох. Так, километраж у меня 22 километра. Это то есть 11 проехал. На литре 11 километров. Итого 10 литров. На сотку. Я ехал еще 75. Ехал бы меньше, то, наверное, меньше бы ушло. Тогда тут я уже катался, а все равно вон пол колеса.